Уважаемые зрители, подписчики, вот посмотрите, черная слилась с этим шезлонгом, что ее даже и не заметить, что она там находится. Смотрите. Она и ногу оттуда высовывает, что только не делает, и крутится, там перекручивается. Белая к ней подходила, тоже хотела ее выгнать, тоже так хотела поделать. Сейчас вообще, наверное, какой-то попонкой накрылась. Угу. О, все. Объелась. Ну, конечно, стог сена, тыквы, огурчиком закусили, травкой, ну и лошадь упадет. Еще такой факт у черной, что у нее одна нога черная, другая белая по цвету. Так а когда мы об этом узнали? Да, когда им ногти стригли и узнали, что у них даже и ногти то черные, то белые. Что-то ей там покоя не дает под этой накидкой. Угу. Кружится. Что она хочет сделать? Она и Или ноги. одеть на себя? Она и ноги высовывает, ложится и на живот, и на бока. Видите, туда как заваливается. Белая уже смотрела, смотрела и тоже хотела так же. Он вспомнил, что у нее трава еще Но есть. потом побежала к траве. А так бы уже, наверное, выгнала бы черную и тоже бы захотела обкрутиться вот так. У них же новая картонка вон появилась. Угу. То они угробили. А им сколько не давай. День-два и до свидания. Единственное, вот может кто из подписчиков напишет, как вот, вот они знают, может у их знакомых или они сами эксплуатируют такие вот, ну не картонки, как у нас, а вот как коврики. Потому что мы даже и не представляем с нашими, то их коврики надо будет в душевую сразу затягивать, наверное, 2 раза в день и стирать. У нас тут вся квартира в этих ковриках будет. Угу. Вон там черное что-то суетится до сих пор. С той стороны я Сейчас заехал. посмотрим. Кулик, ты что там делаешь? Ты зачем себе такую накидку сделала? Она как этот, есть такой персонаж, который черные накидки, как его называют? Черный плащ какой-то. Ну, типа такого. Бэтмен. Угу. Она Бэтмен. У нас пули уже как, может быть, как это, морская свинка Бэтмен. Ну, а беленькая все подъедает. Что-то не наелась. Весь день ела и обратно решила продолжить. Вечером проголодалась. А А стог сена так заделали, такой там туалет устроили, вся картонка мокрая. пули что-то, наверное, ей приснилось, что надо спасать мир. На Бэтмобиль хочет сесть, но у ней, наверное, будет вот тут Бэтмобиль, это вот тут, где у них черная такая контейнер, чаша, вот это у них Бэтмобиль. Ты что тут делаешь? А? Она думает, что она в домике. Угу. Прикрылась так. И все. Это у нее защита. Угу. Пули. Пули. Есть такая еще Catwoman, А ну-ка иди-ка сюда. женщина-кошка, тоже в наряде в таком черном латексном фильме. А это вот у нас морская свинка Бэтмен На спать он уже или легла. Бэтвумен. Уже глазки закрывает. Пуля, ты отстаешь. Пуля уже все ко сну готовится на чистых простыночках. Потому что она не хочет оставлять траву, чтобы та не съела. Хорошо трава спасает. Потому что уже не знаем, чем их кормить. Так носом крутят. Салат отказались категорически есть. Ботву уже не едят. Вот только вот такую травку. И огурцы. Все, она уже падает. Она уже не может с
стоять и есть, уже все упало. Пули, что ты там? Тебе что-то приснилось? Ясно дело. Бэтмен ей приснился. Ну да, она еще похожа немножко сейчас вот так сверху, как броненосец есть. У них такая броня сверху. А Ули на корову похожа. Угу. Уже упала, бедолага. Ну, идет, наверное, к своему сену любимому. Закусить. Сейчас может их туда влезть, в серединку. Вот уже намечается. Сейчас норку себе может сделать, там на голову одеть сток сена. Как они любят, когда все чистое и новое. Но зато потом уделают так. В общем, это только такая чистота до утра. Утром будет тут нечто. Пуля, отстаешь. Он ножку, видите? Он ножку свою вытягивает, он, видите? Ля-ля-ля-ля, пошла. Ну, он Улли забирается туда. А вот если видите, у Пули вон ножка торчит. Вот видите, вот сейчас и поближе вам. Вон она ее вытянула, видите. Это с черными ноготками. А с другой стороны белая. Но белую сейчас мы не видим ножку. А вот такую вот, видите, вот они. Такие, как он в Викторе делает, победа. Выставила. Интересно, сколько процесс поедания еще будет длиться. Сейчас воду потом пойдут пить. Но после воды уже начнут лужи делать. Сейчас еще посмотрим, что они будут делать. Уляжется ли Улли, то есть белая, отдыхать? Или все-таки будет очень мужественно поедать все? Ну, вроде тоже что-то тяжелеет. Даже тазик на зуб попробовала свой. Все. Отвалилась. Упала, но все равно так. Через трубу пошла. Ну или идет к черной задираться. Все. Привет. Все теперь ножки вытянули. Все. Тяжесть одолела. А Пули все там борется с этим плащом. Хочет стать броненосцем. Или жук такой есть тоже у него. Вот видите, что-то ее колбасит по полной белую. Точно, Бэтмен ее посещает. Ты что там у Ули свалилась-то? Ну, глядите, ноги вытянула, ой, ноги вытянула по полной. Ну, у Ули легко найти эти коготки, потому что у нее белые ножки, а у той черной попробуй там различить, то ли часть ноги, то ли ее коготь. А голова прямо в этой, в кормушке. Угу. Чутко спит. Угу. Мы не будем вас трогать. Отдыхайте. Они думают, или мы их потронем, заловим, или огурец поднесут. У них два варианта. Мне кажется, если им дать сейчас огурец, они не откажутся. И уже и хотеть не будут, все равно будут есть. Так, перевернулась на другой бок. Все. Все, нас они покинули.
Ладно, пожелаем им спокойной ночи. Ну, какое-то время, потому что они все равно проснутся и оголодают. Я думаю, видите, как хорошо они мирно спят. Вот все бы так бы спали бы, не трогали бы своих хозяев. Хозяева на них бы смотрели, умилялись, говорили, какие у них хорошие животные. Но они любят пошкодить эти. Ну что, не будем отвлекать от их сна. Ну и до скорых встреч.